Девчонки, привет! В этом видео я поговорю с вами о лучших трех предложениях из этого каталога. Девочки, выбрала 11 предложений и сидела, что же выбрать из трех? Решила все-таки выбрать и остановиться пока на топ-3. И мне очень интересно, какие три лучших предложения выбрали бы вы. Обязательно напишите, очень интересно. Ну, а первое предложение я выбрала, которое находится на 6-й и 7-й страничке. И это наборчик «Маскарад». В него входит туалетная водичка, фруктовая, ежевичная. Она... Ну, очень в натяжку ее можно сладкой назвать. Хотя, если вы привыкли к очень свежим ароматам, то сладковатые ноты, безусловно, в ней есть. На мне слышны, хорошо слышны фруктовые и именно ежевичные ноты. На каждый день приятный, хорошо держится. По супер-пупер цене за 199 гривен при заказе на 190 гривен из этого каталога. И вы получите не одну водичку, а еще ультраудлиняющую тушь из серии The One. Эта тушь удлиняет ресницы на 74% благодаря формуле с микроволокнами и специальной спиралевидной щеточкой. Она не силиконовая. Это обычная щеточка, но она как будто бы вот так закручена, как спираль ДНК. И эта тушь любимая у моей подружки Тонечки. Она прям вот удлиняет ресницы, она их вытягивает. Так что, девочки, обратите внимание, очень хорошая скидка на тушь серии The One, это 99 гривен. И если исходить из этого, то тушь за 99 гривен, что хорошо, и водичка за 99 гривен, что... просто мега-супер-пупер хорошо. Это отличный подарок, это отличное пополнение своей парфюмерной коллекции и косметички. Не пропустите, прям вот супер предложение. Следующее предложение на серию New Age. На нее редко бывают скидки 50%, и когда они появляются по такой цене в каталоге, конечно же, нужно ловить момент. И компания нам предлагает, что при заказе любого продукта из этого каталога вы можете взять за 565 гривен капсулы. Но опять же, это если вы не зарегистрированы. Если же зарегистрированы, минус 20%. Для регистрации в боксике под видео я оставила ссылочку, пишите. Я обязательно помогу зарегистрироваться, вне зависимости от того, в какой стране вы проживаете. И эти капсулы рекомендуются с любого возраста, как пишется в каталоге, но по факту с 25-летнего возраста, потому что до этого возраста, но очень маловероятно, что вам они потребуются, потому что это все-таки интенсивно восстанавливающий эффект. Эти капсулы мягенькие, и они вот просто таким поворотом легким откручиваются, точнее отрывается верхняя часть, а внутри свежезакапсулированные 6 масел. Масло кунжута, масло авокадо, масло персиковой косточки, масло лимонтеса, масло семян черной смородины и масло бобов сои. Все это свежее, потому что специальная технология капсуляции применяется для этого продукта. И они подобраны в такой концентрации, в таком соотношении, чтобы максимально усиливать друг друга. То есть, если вы возьмете какое-то одно из этих масел, к примеру, в пузырьке, оно не будет настолько эффективным, потому что оно не закапсулировано. Это, во-первых, вы знаете, да, свежесорванное яблоко и полежавшее 3 месяца, 4, 5, это совсем не то яблоко. И соотношение, они в синергии, эти масла, работают намного эффективнее. И я их очень люблю использовать, когда вижу, что моя кожа начинает сдавать свои позиции. Для меня это средство скорой помощи, и их можно использовать вместо ночного крема, если в принципе у вас кожа еще жирная, а можно под ночной крем, если вы уже чувствуете, что вам нужно усилить это. Можно использовать на протяжении 30 дней, а именно 30 капсул в баночке, а можно использовать как средство скорой помощи, если вам... Ну, нужно особенно хорошо выглядеть, например, встреча Нового года или еще что-то такое. И еще компания Oriflame создала эти капсулы для ухода за кожей лица, шеи и декольте. Кстати, достаточно много масла в капсуле, и вам хватит и на лицо, и на шею, еще и на декольте.
Но я их использую еще на кожу, на область под глазами. И, девочки, для меня это скорая помощь. Если вы видите, что у вас появилось большое количество мелких сетчатых морщин, нанесите. Да, они не прошли офтальмологические тесты. Но здесь чистые натуральные масла. Что масло вы нанесете, что иногда рекомендуют косметологи делать, что вот эти капсулы. Я это делаю уже не один год, и я очень довольна результатом. Вы тоже можете посмотреть. В общем, палочка-выручалочка, ну а кожа вокруг глаз мы еще поговорим в полном обзоре каталога. И тут есть еще один интересный продукт, двухфазный пилинг для обновления кожи No Age. Я брала его себе, я брала дочки, и он хорош как для зрелой кожи, так и для проблемной кожи с прыщами. Идет очень интенсивное отшелушивание, но не такое интенсивное, как в салонах. Если вы в салоне делаете пилинг, то недели две вам после этого нужно восстанавливаться, и ни о каком походе в гости точно речи не будет, потому что кожа будет красная, раздраженная, и вам реально нужно будет восстановиться. Это домашний пилинг. И здесь такая концентрация, кстати, очень мягких кислот, гликолевой и молочной, что они не раздражают кожу абсолютно. Вы просто каждый день будете становиться красивее и свежее. Слущиваются мертвые клеточки кожи, и если эти клеточки были с постакне, то пятна осветлеют. Если это была пигментация, пятна осветлеют. Если это были мелкие морщинки, то они станут менее глубокими. И вот это глубокое отшелушивание усиливает регенерацию и восстановление кожи. Интенсивная, классная, работающая вещь. Если у вас капилляры близко расположены, как, к примеру, у меня, то эти средства можно наносить на места, где нет капилляров, но никак на те места, где они есть. Я пробовала, да, с капиллярами они не дружат. Продуктов в тюбике много, вам его хватит на лицо, на шею, на декольте, на кожу рук. И компания рекомендует использовать сразу весь тюбик. Точнее, сразу два тюбика за одно применение, шаг 1 и шаг 2. Шаг 1 наносится на 10 минут и затем смывается продуктом из тюбика 2. Это нейтрализатор кислот. В первом тюбике кислоты, во втором нейтрализаторы. Водой это средство не смывается, только нейтрализатором. Очень хорошо и выгодно использовать этот продукт вместе с мамой, вместе с сестрой, вместе с подругой, так, чтобы в один день и на двоих выйдет в разы экономичней, и точно вы используете весь продукт. Разделять его на два дня не советую. От реакции с кислородом кислоты становятся более сильными, более агрессивными, особенно на участках с капиллярами, да, вот у меня кожа краснела. Поэтому, не советую это делать, все-таки лучше, как рекомендует компания. Один тюбик, точнее, пара тюбиков шаг 1, шаг 2, одно применение. Используются эти тюбики, эта пара, раз в неделю, к примеру, каждый понедельник или там каждый вторник. Это уже тот день, который вы выберете себе сами. И скидочка 53%. Я, как очень лояльный покупатель, клиент компании Oriflame, у меня всегда есть возможность брать продукт за полцены. По бизнес-классу, а здесь 53%, мелочь, но все-таки приятно, и бизнес-класс надо сделать, а здесь вот просто при заказе любого продукта из каталога. И если вы видите, что у вас появилось много морщин, если вы видите пигментация или постакне, девочки, возьмите и используйте, тем более сейчас холодное время года, вам не понадобится специальная интенсивная защита от солнца. Третий продукт. Как же мне было нелегко. Вот даже сейчас сижу и, может быть, все-таки другой. Но нет, остановлюсь все-таки на краске для волос. Впереди Новый год, девочки. Волосы занимают большой процент нашего образа, во всяком случае, то, что находится возле лица. И это должен быть красивый, дорогой цвет. Чтобы он переливался, чтобы он смотрелся естественно, чтобы всем окружающим казалось, что это ваш естественный цвет волос. Когда я впервые познакомилась с красками от Oriflame, это была новинка, я как раз участвовала в wellness-клубе, я стройнела и делала это под руководством Надежды Дроздовой. У нас девочек много там, конечно же, было, и я
обращала внимание на одну из девушек. И у нее волосы были окрашены красной краской. Не Орифлейм, потому что Орифлейм еще тогда не вышла. Яркий красный цвет. Тускловатый. И на одно из занятий она уже окрасилась новинкой на тот момент, краской от Орифлейм. Она выбрала оттенок 6.6. Мы все были в восторге. Да, красный, не такой яркий, он более естественно смотрится. Тот вот прям такой красный был, а этот вот более естественный. Но насколько же это было красиво. Локоны переливаются, блестящие. Я сидела и любовалась. Настолько красивый цвет волос. Поэтому в преддверии Нового года, да, приводим кожу с помощью капсул и отшелушивающих процедур в форму, но волосы нужно выбрать такой оттенок краски, чтобы они были роскошны. Краска Smart, она умная, и она содержит льняное масло, поэтому ваши волосы будут блестящие, ухоженные, красивые. Они не будут повреждаться так, как это могло бы быть с краской не Smart, потому что на тех участках волос, где они повреждены, краска вбирается в волосы гораздо быстрее, и, естественно, после того, как она уже вошла в волосинку, она начинает ее повреждать. А краска системы Smart, она на этих волосинках просто перестает работать. А те волосы, которые более здоровые, им нужно более длительное время для окрашивания, вот там она продолжает работать. Краска шикарная, она профессиональная. Сделана в Италии, кстати, всего две страны производят профессиональные краски, и одна из них Италия. И эта краска очень пластичная, она очень хорошо распределяется по волосам, она не течет, она достаточно густая и стойкая, особенно темные оттенки. А осветляющая краска 1201, которая осветляет на 3 тона, она не придает волосам желтушный оттенок. Вы можете посмотреть мою историю с окрашиванием для волос, я в боксике оставлю ссылочку на это видео, где я осветляла именно вот этой краской волосы, и получился не желтушный цвет, привычный для нас, если мы окрашиваем волосы в парикмахерской, кстати говоря, тоже профессиональными красками, а вот такой вот карамельный, медовый, красивый. Если не пробовали, пробуйте, ну а если знаете, о чем я говорю, пишите свой любимый оттеночек и делитесь впечатлениями. А эти продукты я использовала для своего макияжа и маникюра.